Всем привет! Ну что, пересобрали мы немножечко туэльки. У нас теперь нападение выглядит вот так вот. F2 еще пока не пересобирали, пускай так и будет. F1 стал чуть-чуть посильнее за счет сотого Абрахама. И, соответственно, поставили альфу в F3. С альфу можно было бы в F2 так-то поставить. Так-то бы, мне кажется, тоже бы неплохо бы она там тащила. Ну ладно, пускай будет так. Поехали. У меня что-то тут поскидывали так прилично за вечер. Мистер Ледженс, почему нас победил? Потому что повезло, да? Так у него, смотрите, процентаж меньше. Шмота золотого нету. Как вот он меня побеждает? Вообще этого не понимаю. Ну-ка, давай-ка. Вот. Боевые отчеты. 3900 против 3600. Что-то он навык какой-то, видимо, собаки, может, вкачал. Что так-то он неплохо держится. Что у него за... А, ну у него 2 миллиона повозка. Что, неужто разит из-за того, что с лучниками так много мне выносит? Не может она так много мне выносить? Так это неправильно. Ну ладно. Есть еще там кого? Подпнуть. Тут все достаточно сильные уже пошли. Давай попробуем так. Народ поискать. Вот есть терминатор какой-то. Терминатор это не соперник. Мы его даже осматривать не будем. Кто у нас еще есть? Tireback Sun. Победа. Отчет. Ну, вроде бы легко, да, выносим. Две золотых шмотки, но что-то как-то он не вывозит совсем. Почему-то не вывозит. Гусбра, нифига очков. Надо каких-то мощных чувачков пинать сегодня. Кортен. Что-то неохота мне с ним возиться. Леркун. Че, кого тут можно? 5700, кстати, был. Свинка Пипа. Куда-то ее скинули, что-то низко она. 5500 вон еще был. Вот, Бэт Гампа какой-то из 384-го сервера. Что-то у него очков так много. Кто такой? Нифига, как впритык. 5200, 3200, нифига себе. Соты. Тоже с лучниками, но что-то с лучниками у него тут сегодня не зашло. В F2 что у него было? Ага, Магна Юмико. И в F3 Губер. Тут Альфа начудила. Альфа, ты злая, дядька, тетька. Так, опять Гусбор. Так, кого еще можно пинануть? Свинку Пипу мы не вынесем. Вот Тарбексан, еще раз попыточка. Нормальная победа. Ты девятых надо, чтобы... В двадцатку залетать. Пока в двадцатку мы 100% не залетаем. Мистер Ледженд. Здравствуй, друг. Как ты меня побеждаешь, если ты всегда проигрываешь? Так, 2-8 остается, да. Бэтгампа. Не, ну этот Бэтгампа-то мощный тип. Ну что-то он опять вылетел. Фрости. Давай его еще третий раз пинанем. Да, до 20 места мы все-таки не долетели. 20 место, 6420 очков не хватило. Обидно.